Всем привет, добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет о ароматах нишевых, которые я не применяю ни на что. У меня было уже такое видео подобное о люксе, о люксовом направлении, люксовых ароматах, и меня попросили сделать то же самое, только с нишей. С удовольствием снимаю это видео, нишу люблю всей душой, всем сердцем. Ровно как и люкс. Я считаю, и там есть свои жемчужины. Я не какой-то там парфюмерный сноб, который только по нише, вот знаете, страдает. Нет, в основном ниша. Она мне интереснее, потому что направления у них совершенно другие. У них совершенно другой прогресс, у них совершенно другой какой-то взгляд, некоммерческий, да, скажем так, более нишевый. Но люкс тоже. Люкс достойные есть представители. Но сегодня о нише. Нишевые ароматы. Первый раз, я помню, познакомилась с нишевыми ароматами где-то лет 9-10 назад у Розы. А у нее на тот момент был, по-моему, Фредерик Малль и что-то из Монталей. Я вот уже не помню, что конкретно. И я помню, мне это все так не понравилось. Я прям подумала, фу, какая гадость, как она вообще этим душится и вообще, что это такое, бе-бе-бе-бе. Тогда у меня было Герлены, Шалимары, то есть мои роднульки, я их и сейчас люблю, но вот нишу тогда я вообще не приняла, представляете, Фредерик Малль мне прошел просто вот, фу, думаю, какая гадость. И вот потом как-то все поменялось, когда ты погружаешься уже в нишу более глубоко, да, ты начинаешь как-то понимать, что это совершенно другое, что другие какие-то ингредиенты, более натуральные, более какие-то другие, да, нежели в люксе, и, ну, тебе это нравится потом. У меня случилось так, вот, например, с Фредериком Малем аромат нишевый, который я не расстанусь, с которым я не расстанусь никогда, это все ароматы, которые у меня есть от Фредерика Маля, которые, я надеюсь, еще будут. Вот, я все вам показываю, это мои полноразмерные флаконы, у меня еще есть по 10 мл два аромата, но я их уже не стала брать. Noir Epice, черные специи, Dries Van Noten для Фредерика Маля, Superstitious и Carnal Flower. Вот 4 полноразмерных флакона, один 100, все остальные по 50. Ни за что, никогда, никому их не отдам, не продам, не подарю. Я их берегу, они мое. Это мое, моя любовь, моя вот просто, вот, мои детишки. Ну, странно так говорить об ароматах, конечно. А первый раз, я помню, вот этот аромат муж привез себе, Noir Epice, черные специи. И я просто, ой, не душись, говорю, никогда, вот тоже очень это было давно. И сейчас это один из самых моих любимых ароматов. Специевый, дерзкий, перченый. Вот, ну, когда мы говорим специи, это перец, это шафран, это анис, это какая-то гвоздика, знаете, вот такими штучками, как маленькими коричневыми цветочками. Это вот все-все-все, вот все-все-все, вот это роза. Ну, это великолепно. Вот это первый аромат от Фредерика Маля, который у меня появился. Не у меня, точнее, а у мужа. Но теперь он у меня, я им пользуюсь. Только я, он не пользуется. А это балдеж. Это балдеж, черные специи, Фредерик Маль. Не пробовали, попробуйте. Потом у меня появился Carnal Flower. Видите, у них еще вот такое вот у меня оформление. Сейчас они поменяли. У них сейчас, по-моему, белым написано вот здесь Фредерик Маль. Carnal Flower. Ну, вы знаете, как я отношусь к этому аромату. Это восторг. Я вчера им надушилась, и сегодня я даже не стала ничем душиться, несмотря на то, что я ходила в душ. Он до сих пор на мне. То есть стойкость запредельная. Ну, вот на моей коже это прелесть. И два вот этих Superstitious я уже не буду повторяться, это вообще мое олицетворение. И Dries Van Noten для Фредерик Маля, это, конечно, тоже прекрасно. Это тем, кто любит сандал, вам сюда. Теплый сандал с примесью какао. В общем, вот Фредерик Маль, нишевое направление, которое я не применяю ни на что. Это вот прям мои парфюмерные, наверное. Ну, вот если бывает парфюмерный пьедестал, то для меня аромат от Фредерик Маль это вот прям на первом месте. Меня не отпугивает ни их цена, что они там такие дорогие. Нет, я считаю, что они оправданно дорогие, сама концепция дома мне очень нравится, привлечение множества парфюмеров, то, что он первым и единственным
разместил имя парфюмера на флаконе, потому что никто так не делает, ни один парфюмерный дом, это достойно уважения, достойно, ну, прям любви, симпатии и так далее. В общем, Фредерик Маль – мой номер один в нишевом направлении. Ну, наверное, вы и сами знаете об этом, я уж не буду углубляться. Далее у меня было знакомство, естественно, с Сержем Лютансом. На данный момент у меня вот столько Лютанса. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь ароматов. Два из них в новом исполнении, в новом дизайне. Вот так вот они выглядят. А остальные все уже в старом дизайне. Я не знаю, я сравнивала как бы Шерги, например. Шерги, который у меня есть в старом флаконе, и Шерги, который сейчас стоит вот в таком дизайне, в новом, они не отличаются. То есть, если вы как бы тяготеете вот к флаконам, да, ну, слушайте, ищите где-то на сайтах, да, если вы прям хотите Шерги именно в старом флаконе, то нужно искать. А Шерги был первый мой аромат от Сержа Лютанса, я помню. Ну, я безоговорочно выбрала его из всей линейки, то есть он прямо для меня стал номер один. Это уже второй флакон. Вот тут у меня уже на донышке. Бесподобный, пронзительный. Вообще с Лютансом у меня связаны только прекрасные самые воспоминания. Ароматы, ну, их можно, наверное, назвать ароматными якорями, потому что практически все ароматы Лютанса возвращают в детство. Я не знаю, как он этого добивается. Поставлю свою Little Pony сюда. А это вот так сдвину. Я не знаю, как он этого добивается. Но вот у него, видимо, у самого очень много детских приятных воспоминаний. Ну, как и у всех нас. И вот он именно вот... Мне кажется, это фишка этого парфюмерного дома. Этим она всем и всех привлекает. И любима за счет этого. За счет того, что... Она как машина времени может нас вернуть в детство, в какие-то приятные моменты нашей юности и так далее. В общем, Лютанс, да, Лютанс не применяю ни на что. Не всю линейку люблю. Какие-то ароматы мне не очень нравятся. Вот здесь у меня Берлинская дева. Обожаю Рафильду Берлин. Целлофановая ночь прекрасная. Новый аромат Молочный зуб. Шерги. Шерги, наверное, прям вот это вообще прелесть. А Жудепо и Ванильный лес. Вот эти ароматы, они вот прям вот, наверное, самые любимые. Еще очень хочу девушку на иголках. И хочу, ну, при желании, при возможности, я бы, наверное, все купила у Лютанса. Ну, так уж. Потому что они, конечно, они носибельные, они могут как-то поднять настроение, могут... вас поддержать морально, и не физически, конечно, но вот морально, если вам плохо. Есть в них, они как пилюльки, знаете, они как витаминки. Витаминка счастья, витаминка, когда надо погрустить немножко, витаминка ностальгии, витаминка там, ну, не знаю, может быть, какой-то такой меланхолии приятной, милой, любовная витаминка. Ну вот реально, вот Лютанс, он какой-то вот такой вот магический. Он маг и волшебник. Лютанс, Шелдрейк. В общем, они молодцы. Так, далее. Один из самых моих, вот, ставший в прошлом году любимых нишевых парфюмерных домов, это Лилаба. Многие мне писали потом в директ, что пробовали ароматы Лилаба, и как бы не всем они понравились, но вот я просто вот... Ну, я улетела. Я долго как-то этот корнер их обходила стороной. Ну вот, знаете, потом разнюхала, как говорится, и все, и пропала. Я пропала. Вот Лилаба у меня, конечно, сейчас вот, наверное, номер один в виш-листе. Их аромат стоят. И вот ароматы, которые у меня есть на данный момент, я их не применяю ни на что. Это Тонко 25 и Иланг 49. Иланг 49 у меня уже вот, ну, достаточно, я думаю, много, потому что при их стойкости, при их вообще плотности аромата нужно совсем чуть-чуть.
Очень стойкие, очень. Очень стойкие, очень шлейфовые, ну просто такие, тяжеловесы. А Атонко 25 я купила тестер, он был наполовину полный, вот сейчас уже вот столько. Не знаю, Атонко, многие писали мне, что этот аромат прозрачный, такой как бы акварельный. Для меня наоборот, то ли у нас климат разный, то ли что. Вот это для меня тоже такой медовый тяжеловес, медово-пряно-специевый. Очень-очень красив, Атонко 25. Вообще, я вот на Новый год его носила, то есть я вот все лето в жару, вот прям вот в такую вот, он просто волшебный, волшебный, яркий, яркий. Ну и Ланг. Вот эти два аромата, Атонко 25, это, кстати, новинка, ну уже не новинка, они сейчас еще что-то выпустили, и Ланг 49, это вот два моих летних, самых-самых-самых летних аромата. Вот эти вот ароматы у меня ассоциируются с летом 2018-2019, вот так. Так что да, Лилаба я не применяю ни на что, никогда. Так, следующий парфюмерный дом, который я очень люблю, не из нишевого направления, это, конечно, Миколев. У меня много ароматов Миколев, я не буду сейчас все их вываливать сюда вам. Покажу, наверное, самый такой узнаваемый, самый волшебный, это Иланг энд Голд, вот эта вот золотая жидкость. Ни на что не променяю, вот честно. Знаете, его сравнивают с терракотой, еще с чем-то. Ничего подобного. Он прекрасный, он прекрасный. Он, может быть, где-то простовато звучит. Ну, не то, что не в плохом смысле. Ну, то есть, в нем нет никакого такого, вот, знаете, прям глубинного звучания. Нет. Но в нем есть магия. В нем есть волшебство, в нем есть прям... Ну, в нем есть... Очень хорошие эмоции, в нем есть радость, в нем есть солнце, в нем есть, ну, все, что нужно для счастья. Вот этот аромат для меня вот такой самый знаковый у Миколев. Ну, мускус у них еще, конечно, хорош, но я не буду вот сейчас все-все свои Миколев показывать. Так что да, вот этот аромат, ну и остальные тоже у Миколев я ни на что не применяю. К сожалению, у меня нет доступа к этому парфюмерному дому здесь, в Сиднее, и вообще в целом в Австралии. Он не представлен нигде. Поэтому я не знаю ни об новинках, не слушала новые Монпарфюмы, новые Ананды. Я вообще, девочки, не в теме, к сожалению. Хотелось бы, мне очень хотелось бы совсем познакомиться, но пока нет возможности. Так что... Радуюсь тому, что имею. А имею, вот, слава богу, много. Так что да, ни на что не применяю Миколев и особенно Иланг энд Голд. Так, дальше три. Парфюмерный дом, который, ну, я не знаю, он противоречивый. Я сначала была прям так очень сильно в него влюблена. Сейчас как-то у меня немножко страсти поутихли. Ношу их реже, но, тем не менее, Назамата. Назамата... Странные, крикливые, кичевые ароматы. Вот у меня здесь их три. И подожду пока покупать. Хотела собрать всю коллекцию. Но вот знаете, странные со мной произошли метаморфозы. Много химии, что ли, в них, я не знаю. Может быть, я не права. Может быть, еще поменяется мой настрой. Но вот трех пока мне хватает. Пока не буду нацеливаться на афганца, не буду нацеливаться на бламанш. Вот три аромата у меня сейчас есть, мне достаточно. Наркотик Винос, наркотическая Венера. Ровно половину я израсходовала. Устала от нее. Я от нее устала, но она хороша, и я ее не применяю. Не применяю, не подарю, не продам, ничего с ней не буду делать. Самый, наверное, любимый сейчас из Назамата это Бараонда. Волшебство. Волшебство, пьянки, гулянки, радость, вечеринки, буйство, эмоции. Ну, такая немножечко сумасшедшая такая вот Бараонда девочка. Девочка, но мужчины тоже очень любят. У меня муж его периодически таскает. Я такая... Сразу улавливаю, ну, естественно, как ее не угадать. Очень он ее любит, но стесняется много-много тратить, чтобы не вызвать моего
моего гнева. Шутка. Ну, короче, Браонда шикарный. Шикарный аромат, вот хорошее вложение как и для вас, так и для вашей второй половины. А China White – самый, наверное, странный аромат, вот который у меня есть из трех. Ношу его редко, очень стойкий, очень странный, очень такой привлекательно отталкивающий. Порошковый, но порошковый не в плане порошок стиральный, а порошок из аптеки. Знаете, вот в старинных аптеках делали такие порошки, ну, в фильмах мы иногда видим, да, в таких ступках. Вот они делали порошки и пили. Модно было вот это вот пить порошки всякие от разных болезней. И вот это вот так пахнет. Какими-то вот такими лекарственными порошочками. China White. Странный, но красивый. Так что да, немножко вот из группы прям самых-самых любимых нишевых ароматов Назамата выпал чуть-чуть, слегка. Но, тем не менее, не сдает позиции. Следующий парфюмерный дом, который я хочу вам показать, нишевый, из Лондона, английский парфюмерный дом, который называется Гроссмит. Это, знаете, это, наверное, самая дорогая моя коробка вообще в моем парфюмерном шкафу. Здесь вот на таком пьедестале стоят три аромата от этого парфюмерного дома старинного. Все они в хрустальных флаконах. Здесь у меня Hasuno Hana, Sem El Nessim и Phul Nana. Все эти ароматы воссозданы по старинным, ну как они называются-то, господи, ну в общем, по старинным, ребята, по старинным, господи, ну что же я такая, ну, не схемам, ну, понимаете, да? По старинным рецептурам, в общем. Очень ретро-звучащие, очень такие богато звучащие, необыкновенно красивые. Опять повторюсь, я знаю только три вот этих аромата у этого дома. С другими не знакома, потому что дом не представлен в Сиднее. Нельзя заказать онлайн. Ну, онлайн, наверное, можно заказать, и они наверняка привезут вам их, но это будет очень дорого, и вслепую, конечно, такие дорогие ароматы я бы не рискнула покупать. Но вот эти ароматы, я никогда ни за что их вообще не расстанусь с ними, они будут вот у меня, мне кажется, всю жизнь. Ну, сложно это все израсходовать. Вот люблю, очень-очень люблю Гроссмит. Дорого, но необыкновенно роскошно. Роскошно, благородно, знаете, в этих ароматах хочется сразу вот, ну, представляешь себя героиней какого-то классического романа, я не знаю, ну, что-то такое очень возвышенное, необыкновенное. Да, вот с этими нишевыми домами я не расстанусь никогда ни за что, мои самые любимые на данный момент, которые у меня есть в моей коллекции. Повторюсь, очень мало ниши у нас представлено в Сиднее. К сожалению, я до сих пор не могу познакомиться с парфюмерным домом Дусита. Ну и много вообще с чем другим. Если у вас есть ароматы Дусита, если вы знакомы, если вы смотрите мой канал и знаете примерно мои предпочтения, можете мне написать, вот какие это ароматы, что бы вы посоветовали мне, потому что я опять-таки могу их заказать онлайн, задорого, вслепую не хочется, но я пока не вижу выхода. Напишите, вот как вы думаете, какой аромат Дусита мне бы подошел, мне бы понравился. Я постараюсь, может быть, заказать или от Леванта, или уже целый флакон, а что. Вот прям хочу попробовать аромат этого дома. Много у нас не представлено ниши, к сожалению. Ну, я счастлива, что вот есть хотя бы это, Фредерик Маль, Серж Лютанс. Я вся в восторге, что я могу ими восхищаться и иногда даже приобрести. Пишите, пожалуйста, свои любимые нишевые парфюмерные дома. Будет мне очень интересно почитать, поговорить с вами.
онлайн, скажем так. С вами была Аленка Блок. Надеюсь, вам понравился мой такой экскурс в мою нишу, в мои самые любимые нишевые ароматы, с которыми я никогда не расстанусь. На этом все. Пока-пока. Чао.